В Атырау автопарк городской станции скорой медицинской помощи пополнился на 20 новых реанимобилей. Они собраны в Казахстане и оборудованы всем необходимым для оказания экстренной кардиологической помощи. По словам медиков, раньше в их распоряжении было 16 машин, и на обслуживание одного вызова уходило до получаса. Теперь это время сократится вдвое. Численность населения областного центра превысила 300 тысяч человек и продолжает расти. При этом медики обслуживают и пригородные поселки в радиусе 30 километров. Чтобы медицинская помощь приходила своевременно, и было принято решение выделить из бюджета на приобретение техники 117 миллионов тенге.